Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про сайты знакомств, про любовь, про отношения, про РСП, про РСА, про оленей, про все про это. В общем, про психологию отношений. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни», чтобы посмотреть предыдущие реальные истории жизни. Канал у меня влоговый, я показываю тому же детей, частично дозированно свою жизнь. Кому интересен данный контент, тоже можете видеть его у меня на канале. Ну а сейчас, собственно, не то чтобы даже история. И да, пишите тоже свои истории, комментарии, если хотите анонимно. Кстати, многие это делают, пишут в разделе о канале, есть ссылка на мою соцсеть. Ну, кто-то в комментариях пишет что-то анонимно, кому как больше нравится. Предыдущая история, немножечко расскажу об этом и про комментарии, конечно же. Невероятные комментарии. Давайте назовем это видео тоже, наверное, так. Может быть, я по-другому назову, не суть. В общем, мужчина, женатый, богатый, предыдущая история, он мне сам рассказал, встретил на сайте знакомств женщину, ему там 40 с чем-то, по-моему, было, ей 30 исполнилось. И, значит, он говорит, что так на нее залип, так просто она его вот хочет, не может аж. Она ведь нехорошая такая, не дает. И они вот год тягаются, ну, говорю, не каждый день, там, говорит, даже несколько месяцев они там не встречались, но, говорит, я все время ей звоню, мужчина говорит, и мы гуляем, встречаемся, иногда ее подвожу с работы домой, как бы, иногда гуляем, разговариваем. Вот, и я, говорит, озвучил ей сразу на первом свидании о том, что у меня принципы. Во-первых, это я честный. Я вот такой честный, да. Я сразу рассказал, что я женатый, я разводиться не собираюсь, потому что у нас с женой общий бизнес, и я не могу просто себе этого позволить, даже если захочу. Я так поняла, что он уже захотел, но это потом. Вот, и поэтому и я не содержу женщин. И я считаю, что я достоин того, чтобы любили меня, что я красивый, что я вот такой умный, что со мной интересно. Я хочу, чтобы любили меня, говорит, за мои качества. У меня такие принципы, что никаких подарков, никаких содержаний, даже никаких кафе. Говорит, я первый раз водил ее в ресторан, как только мы встретились на сайте знакомств. Все это вывалил, ну, рассказал по-честному, как он говорит, да. Она мне тоже на первом свидании, говорит, рассказала, что у нее тоже свои принципы, что либо она хочет выйти замуж, да, я не знаю, разведена она, не разведена, есть ребенок, нет, он об этом не говорил. Я так поняла, что это для него вообще не имеет особого никакого значения. Потому что в свое время он сам женился на своей однокласснице, которая успела уже выйти замуж, развестись и заиметь ребенка. Он ребенка этого удочерил, они общего ребенка родили, и вот потом бизнес в гору пошел и так далее и тому подобное. Вот, она тоже ему озвучила, что у нее принципы. Либо она будет встречаться просто прогулки, там, поцелуи, там, и кексы, шмексы, да, если это свободный мужчина, строит с ним свои отношения с целью дальнейшей выйти замуж, либо если это женатый любовник, то она будет с ним за содержание, да, чтобы он ей помогал жить финансово, она работает, да, ну, тем не менее, да, чтобы, как она тогда, он сказал, забыла озвучить в прошлом видео такую фразу, чтобы, как бы, ну, не чувствовать себя использованной. То есть у него принципы, у нее принципы. Я так поняла, что у них взаимная симпатия. Как он говорит, вот мы встречаемся, мы разговариваем абсолютно на разные темы. Нам так интересно друг с другом, но вот этой именно темы, говорит, мы больше никогда не касались. Она мне свое озвучила, и я. Я жду от нее каких-то таких, ну, чтобы она мне там, ну, со мной пошла, так сказать, улеглась, да, грубо говоря. Она вот тоже соблюдает, блюдет, так сказать, свою честь и свои принципы. То есть кто кого. Ну, интересная такая достаточно история. Вот. С одной стороны, банальная, да, а с другой стороны, интересно. По поводу жены, говорит, я ее не хочу, она меня бесит, раздражает, она раскоровела, она на меня ругается, она требует, чтобы я проводил с ней время, а я не хочу, я вообще делаю, что хочу, говорит. Я гуляю там, я могу уехать, потому что она мне пилит, 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 это жена. Да, то есть там вообще это, ну, дикие скандалы на постоянной основе, и при первой же возможности он сразу вэк из дома куда-то, и все. То есть он, ну, не терпит эти скандалы, ну, такой тоже своеобразный мужчина. Ну, а зачем терпеть скандалы, и, может быть, он сам виноват? Но это уже другая история, допустим, да. То есть я так поняла, что он жене абсолютно не уделяет времени, и жена по этому поводу тупо бесится. Ну, наверняка подозревает, что у него там какие-то женщины на стороне, потому что, да, он озвучил еще, говорит, и мне даже вот рассказал, и этой женщине озвучил. Я жене, говорит, всегда изменял, изменять буду. Ну, я такой вот, да, вот я такой. Принимайте меня таким, какой я есть. Вот. Так вот, значит, мужчина пишет мне на Дзене комментарий, кстати. Привет вам, я знаю, вы смотрите каждое мое видео. Длинный комментарий такой. Ну, и на Ютубе похожие комментарии были. Значит, она, женщина, эта девушка, такая плохая. Кстати, да, что он ей на 30 лет подарил ромашки. И она просто оставила их в машине и ушла домой. Он рассчитывал на то, что она пригласит его в квартиру. Так вот, мужчина мне пишет о том, что она такая сякая, плохая, розетка, прости, да,
То есть почему она не вступает с ним в отношения? Почему она не принимает его таким, какой он есть? Он честно, открыто ей об этом рассказал. Да. Но давайте так. Вы забываете маленькую, такую очень существенную деталь. Ведь она тоже ему честно и открыто рассказала о своих принципах. Честно и открыто. С женатиками. На минуточку. Он для нее женатик. Только так. А зачем он ей? Что он может ей дать? Жениться он на ней не будет. Он честно об этом сказал. Ну окей, твое право, не женись. Значит, содержать он ее тоже не будет. А зачем он ей? У нее тоже принципы. Понимаете, вот все на самом деле в жизни сводится к товарно-денежным отношениям. Получается так. Он хочет на халяву, вот этот женатый мужчина, а она не хочет быть использованной. Ведь я так понимаю, очень многие женщины, кстати, тоже огромное вам спасибо за ваши комментарии, отписались мне именно в личку с такими возмущениями. Я удивилась, ну как, удивилась количеству, что очень многие женщины придерживаются именно такого принципа. Вот все практически. Либо женись, либо, если ты женатик, содержи. Понимаете? Вот как-то так и происходит. Нет, ну есть, конечно, такие, наверное, которые дают себя использовать. Но давайте так. Вот он придет к ней, грубо говоря, отымеет ее. Ничего ей не подарит, даже чтобы расположить к себе, дать ей понять, что я тебя люблю, ты мне важна, твоя душа, там, может быть, ей там есть нечего, или она там хочет новую шмотку, а не может себе позволить, там зарплата маленькая. А у него много денег, он сам говорит, я богатый, да. У нас с женой вообще бизнес, хороший бизнес, я богатый, я могу себе позволить все. Но у меня принципы. Так ты что сидишь со своими принципами? Это точно, ну, тоже как-то немножечко кукуреку какой-то. То есть немножечко надо развернуться к этой женщине, если ты так на нее залип. Ну, бывает такое, да, запал, хочу, не могу. Знаете что, я вот всю эту ситуацию еще раз проанализировав, я поняла. Он рассказывал, что он всегда все ему давали просто так, потому что вот я такой перец, там, наверное, машина крутая, ну, многие женщины это ведутся, типа ее посадили на крутую тачку, повезли, а этой там типа по барабану, он же ей не подарил эту тачку, подумаешь, там, вон тачек этих ездит, да, великое количество, великое множество, что я, ни холодно, ни жарко от этого. То есть я так поняла, что его именно это еще подзадоривает, что она такая дерзкая, что она так вот тоже с ним как бы играет, как бы держит вот этот марку свою. Там взаимная симпатия есть, да. Не только вот эти разговоры за жизнь, а, ну, их, наверное, тянет все-таки друг к другу. Но вот оба такие уже прожженные, она, наверное, тоже такая не девочка-припевочка, понимает, что к чему в этой жизни. Тоже, наверное, хлебанула от мужчин по самое не могу. И, то есть, не наивная дурочка какая-то, да. Знаете, как некоторые бы рассудили. Ай, ну ладно, там подумаешь, там вот вступлю с ним в отношения, он меня влюбится, разведется, женится. Нет, 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 это так не работает. Особенно, когда общий бизнес. И она тоже, видимо, понимает прекрасно эти моменты. Поэтому как бы и хочет, чтобы мужчина в нее вкладывался, да, чтобы, ну, это, да, не то, что поматросит и бросит, а как бы, ну, ты уже вложился там в меня, да, там, грубо говоря. И я думаю, что именно это его в ней привлекает, как вот не банально, да, он не может получить желаемое, он такой по жизни, наверное, охотник. И первый раз, наверное, столкнулся вот с такой женщиной, которая, нет, не дам, да, ты мне нравишься, да, там мне с тобой интересно, нет. Понимаете, вот его это вот заводит, на самом-то деле, вот в этой истории. Поэтому чем там дело кончится, даст, не даст, я не знаю. Но знаете, как вот если немножечко так побыть, ну не то чтобы ясновидящий, но прогнозировать ситуацию, все-таки с женой они разойдутся. Потому что он об этом рассказывал с такой вот, с таким сердцем, с таким надрывом, что, ну, даже бизнес не остановит. Ну, поделят они этот бизнес как-то. Ну, не может же человек жить в таком афиге и все время, ну, там, как бы терпеть, да? То есть, если его категорически что-то не устраивает, если жена ему физически противна, она выпиливает ему мозг, он разведется с ней. Но я думаю, что с этой девочкой они тоже расстанутся, и ничего у них все-таки не будет, потому что, ну, слишком далеко это все зашло. Уже, извините меня, целый год прошел, и ничего. Да? Но вот мужчина, который пишет подобные комментарии, а почему она там такая щекая, стесняюсь спросить. Вот, допустим, женщина, девушка, девочка, неважно, подходит к тебе какой-то дядя с улицы. Ну, неважно, на сайте знакомств познакомились, на улице, да, вот познакомились. И говорит, ты мне так нравишься, слушай, давай-ка пойдем с тобой в кусты, в номера, а? Представляете, если она будет каждому желающему давать, это что такое-то будет? Ей-то зачем? Но это какие-то такие очевидные вещи, да? То есть она тоже личность, она тоже человек, она тоже имеет право чего-то хотеть или в конце концов себя уважать. Если он открыто говорит, я хочу тобой пользоваться на халяву, то она открыто ему отвечает, нет, милый, пролетаешь, этому не бывать. Но получается, что так, по факту. А люди вот почему-то, мужчины имеется в виду, начинают поливать грязью эту женщину. Ну, почему? А почему вы защищаете этого мужчину, который такой сидит со своими принципами и страдает? Жонка бесит,
ну, жена, да, женщина, это не мычит, не телится, с ним общается, разговаривает, не отказывается, встречается с ним, да. А почему она должна переступать через себя? Ей вообще, может, противно с женатым что-то иметь, в принципе, да? Как он придет, попользуется ей, а потом к жене пойдет? Ну, извините, не каждая женщина вот согласится на такое. Видимо, эта женщина себя уважает. Вот и все. Поэтому это тоже какие-то очевидные вещи. Почему мужчина считает, что она должна давать любому, кто ее захочет? С какого такого перепугу? Но видите, все женщины, абсолютно все на стороне этой женщины рассуждают именно так. В общем, я представляю, мужчины снова сейчас начнут писать какие-то такие агрессивные комментарии, все там бабы такие, всякие розетки. Давайте будем уважать друг друга, давайте будем как-то немножко более сдержанными. Да, и как-то смотреть на ситуацию даже не со своей колокольни, а немножечко со стороны просто, да. Ну, со стороны, вот два человека, вот правда одного такова, правда другого такая, да. Я вообще считаю, что надо расстаться, не тянуть кота за хвост. Зачем? Ничего из этого не выйдет. Каждый со своими там принципами. Имеют право и один, и второй. Ну вот и все. Поэтому еще раз говорю, подписывайтесь на канал. Подобные истории выходят регулярно. Пишите свои тактичные, дипломатичные комментарии, свои собственные истории. Конечно же, высказывайте свое собственное мнение. Это всем, абсолютно всем, очень интересно почитать. И героям этих историй в первую очередь. Ну и мне, конечно же, естественно. Поэтому заглядывайте в плейлисты «Истории жизни», подписывайтесь, будем общаться. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.